Здравствуйте, мои необыкновенные, здравствуйте, мои звездочки, здравствуйте, мои богини. Пришла сегодня тема с потока, очень крутая, очень классная и очень интересная. Его слезы градом после новолуния. Будем сегодня смотреть, разбираться, почему слезы, почему градом, что случилось, почему его накрыло, почему там он страдает и плачет относительно вас. Девчоночки, для того, чтобы информация шла конкретно у вас и о вашей паре, не забывайте прописать имена вашей пары в комментариях, для того, чтобы заявить Вселенной о себе, для того, чтобы информацию получать о себе любимой, не прослушивать ее о ком-то, либо же о чем-то. Конечно же, не забывайте ставить лайк этому видео, для того, чтобы еще большее количество людей смогло увидеть и получить ответы на свои вопросы. Вначале мы будем работать с практикой очищения. Вот пришла с потока такая информация, что вначале нужно провести практику очищения, девочки. Причем очищение вас, как бы ни казалось странным, да, что у мужчины слезы градом, а очищение нужно провести вам. Да, так сказала Вселенная, поэтому как сказала Вселенная, так и будем делать. Но вначале просто мега-мега-мега важная новость. Сосредоточьтесь, девочки, послушайте меня внимательно. Прямо сейчас подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что YouTube, возможно, перестанет работать в самое ближайшее время. Для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы ежедневно получать освещение, для того, чтобы быть в курсе, для того, чтобы не потерять меня, просто нажимайте на паузу сейчас, переходите в первый комментарий, либо же в описании видео, там есть активная ссылочка на мой телеграм-канал. Прямо сейчас подписывайтесь, а потом дальше будете просматривать это освещение. Для того, чтобы не забыли, для того, чтобы вас никто не отвлек. Это важно, это нужно, потому что будут еще больше проблемы с Ютубом, и еще большее количество людей может просто потеряться, потому что так уж система работает, и я вас заранее предупреждаю для того, чтобы быть со мной рядышком. Поэтому срочно остановились, зашли в комментарии, подписались. И смотрим дальше. Кстати, в Телеграм вас уже ждет послание любимого. Очень много крутой, классной информации, как создавать свою реальность. И вообще мы там с вами намного ближе. Самые последние новости в Телеграме, анонсы и так далее. Поэтому жду вас там. Также хочу вас поблагодарить за ваши сердечки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Обнимаю вас душой. Вот мне очень важна и нужна обратная связь от вас. Поэтому любой стикер, любой лайк, любое сердечко для меня это просто мега крутая поддержка. А сейчас мы будем начинать с вашей практики очищения. Для того, чтобы практика сработала конкретно для вас, для того, чтобы вы не просматривали ее о ком-то, о чем-то, пропишите свое имя в комментариях. И каждый раз, когда я буду говорить имя, когда я буду проводить практику, вам важно прописывать имя в комментариях. Этим вы поддерживаете, да, взаимообмен со Вселенной. Естественно, практика будет работать для вас и, конечно же, очищать вас. Ну и, конечно же, обратите внимание на нашу шикарную студию, девчоночки. Все карты, все свечи я приобретаю благодаря вам, благодаря вашей финансовой поддержке. Просто обнимаю вас душой, отправляю вам 1000 поцелуйчиков в ответ всем тем, кто поддерживает мои каналы. Кто лайком, кто сердечечком, кто комментарием, кто финансово поддерживает. Кстати, как меня финансово поддержать? Ссылочка в первом комментарии. А сейчас начинаем, девочки, практика очищение вас, девочки, вас любимой. Важно прописывать имя, когда я буду говорить, да, имя. Ваше имя прописывать. Если не хотите палиться, можете первую букву, либо же знак зодиака, либо же цвет глаз. Так. Кстати, я не занимаюсь магией, я не занимаюсь ритуалами, поэтому не беспокойтесь, никаких там отлетов, залетов, прилетов нет и не будет. Здесь идет очищение вас, вашей ауры и вашего пространства благодаря энергиям космоса. Я работаю с 5 стихиями: вода, земля, огонь, воздух и, конечно же, космос. Поэтому не забывайте благодарить, потому что Вселенная в любом случае, да, возьмет свое. Те, кто не благодарит, те, кто не дает никакой обратной связи, ну, что-то потеряете, заболеете, не доспите и так далее. В любом случае, закон Вселенной – это взаимодействие. Поэтому поддержать мой канал можете, когда перейдете в первый комментарий. Так, что-то тут душа плачет, девочки. Возможно, вы плачете, вот прямо слезы ваши капают. Прямо слезы ваши капают. За личными освещениями пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Делаю также практики очищения, защиты, раскрытия женственности, сексуальности. Любимый мой, очищение чакр. Очень много практик. Все рабочие, все действенные за заказом. Опять же, да, в личку Instagram, Facebook, TikTok. Ссылочка в первом комментарии. Имя
прописывайте ваше имя сейчас. Имя. 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 У меня такой дождь за окном, девчонки. Открыла просто окошко. Такой шикарный свежий воздух. Это также очищение, да, вас и вашего пространства. Я чувствую просто свежесть. Очень многие действительно будут чувствовать свежесть, как будто бы новый вдох. Знаете, как после дождика. Вот эти вот светлые, светлые, воздушные, приятные, свежие энергии, девочки. Очищение просто мегакосмос. Сегодня работаем с синей свечечкой, так сказала Вселенная. Синий – это цвет чистоты, пространство, цвет воды, очищение. Видите, как вода и очищение просто одновременно захотели произнести в данный момент. Имя? Имя? Благодарю вас за комплименты. Пишет, капец, как красиво. Девочки, конечно, все самое лучшее для вас. Ведь только лучшее со мной. Подписывайтесь, кстати. Имя. Практика очищения вас. Практика очищения вашего пространства от негатива, от препятствий, от ограничений, от всего, что каким-либо образом препятствует развитию ваших отношений. Имя. Имя. Ух, шип. Что-то шипит в вашем пространстве, что-то есть негативное. Имя. Имя прописывайте, имя в комментариях, девочки, для того, чтобы практика конкретно сработала для вас, чтобы вы не просматривали ее для кого-то, а для себя любимой, чтобы самое плохое уходило, плавилось, как плавится этот воск. И, конечно же, после этой практики мы, собственно, и рассмотрим, почему у него там слезы градом. После этого новолуния оставайтесь со мной, не переключайтесь, досматривайте до конца, потому что я сама не знаю, в какой момент какая информация будет озвучена. Имя. 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 Ставьте сердечко, прописывайте имя каждый раз, когда я говорю имя. Для этого вы поддерживаете связь со Вселенной, для того, чтобы практика сработала для вас, мои дорогие. Не сидите, не молчите, потому что тогда практика не сработает. Делайте для себя любимое, да, девочки? Нужно немножко напрячься для того, чтобы что-то в жизни получилось, да? И чтобы что-то в жизни получилось, всего лишь нужно написать имя, да, и поставить сердечко. Это уж не так энергозатратно. Абсолютно. Ну и не забывайте благодарить. Ссылочка в первом комментарии, как поддержать мои каналы донатом, потому что закон Вселенной – это взаимодействие. Важно досмотреть до конца, чтобы догорела вся свечечка, потому что, да, как плавится этот воск, так и плавится весь негатив, все препятствия, все ограничения, которые… Ой, а что так? А чего так плохо? А что так тяжело, девочки? Какие-то нервные срывы у вас, возможно… Какие-то всплески энергии, знаете, как неосознанно, либо же осознанно можете сказать, я прямо могу вспылить. Имя. Вижу новые подписчики, у меня здесь новые зрители, такие комплименты пишут, насколько им комфортно, насколько им легко здесь со мной на моем канале. Ну, я счастлива, что вас Вселенная привела сюда, вы со мной здесь не случайно. Я являюсь профессиональным тарологом, космоэнергетом и парапсихологом. Я вас выведу на дорогу счастья, вашей трансформации жизни. И знаете как? Все будет хорошо, однозначно, все наладится так. А мне важно, чтобы свечечка догорела, потому что то, что она здесь погасла, что не есть хорошо, девочки. Должен прогореть весь воск. Должен прогореть весь воск, и я вас не оставлю, знаете, там где-то в каком-то болоте буквально сидеть и... тухнуть, гаснуть. Нет, 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 нет. Вот все негативное пусть плавится, как плавится этот воск. Прописывайте свое имя, девочки.
Что-то тут гасит ваша энергия, что-то тут тушит ваша энергия. Прямо не хочет свечечка догорать, но я вас не оставлю. Впервые за месяц легче стало. Девочки, ради этих слов стоит жить. Это я комментарий сейчас читаю. Марсик написала. Впервые за месяц стало легче после моей практики. Это все, да? Спустя только 10 минут видео. И уже человек чувствует облегчение. Представляете, какие рабочие. Я уже, кстати, провела более 10 тысяч личных консультаций, практик за заказом, кстати, практик очищения, раскрытия женственности, сексуальности. Я делаю личное освещение. Пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Догорает, догорает наша свечечка, огонечек все-таки есть. Я хочу, чтобы расплавился весь воск, девочки, чтобы все негативное ушло с вашей жизни. Давайте немножко поддержу вас энергией огня. Я не занимаюсь магией, не занимаюсь ритуалами, я работаю с энергиями. И в данном случае мы работаем с энергией огня, космоса, воды и воздуха. Никаких отлетов, залетов, не переживайте, нет и не будет. Это абсолютно экологично и абсолютно безопасно. Слушайте, здесь кто-то, не знаю, просто впился в ваше пространство, девочки, и не дает вам будто бы развиваться, будто бы, знаете, делать то, что вы хотите. Так, сейчас будем вот эти вот какие-то зацепки, закрепки убирать с вашей жизни, чтобы вы могли жить так, как вам нравится, а не по каким-то там правилам, а не по каким-то там приоритетам, которые абсолютно вот вам не откликаются. Возможно, делаете что-то для кого-то, девочки, а себя забыли, о себе-то забыли, мои дорогие. Нет, так нельзя, нужно любить себя в первую очередь, и тогда в жизни все наладится. Имя. Прям и шипит, и гаснет, и трещит. Вы посмотрите, что сегодня творится в нашей практике. Имя. Имя. Еще одни котелы препятствия ограничения. Все, что какие-то просят признать. Котел начнет расплавиться, как плавится этот воз. Котел, что какие-то просят. Ну вот сейчас вот свечка уже догорит, девочки. Все-таки я довела эту практику до конца, потому что я вас, безусловно, люблю. И знаете как, я вас не оставлю никогда и ни за что. Все, кто со мной, будут счастливы, любимы и счастливы. Счастливы, любимы и счастливы. Видите, к счастью, прям два раза. И гром подтверждает вам буквально звуки Вселенной. И мы вас любим, мы любимые, очень приятно. Ну что же, практика наша подошла к концу. Все прекрасно прошло. Я счастлива, я рада. А сейчас давайте рассматривать его слезы градом. После новолуния, девчонки, будем смотреть, что же такое происходит. Во-первых, познакомимся, да, посмотрим его сигнификацию по психосоматике. Очень глубокая информация, которую вы не найдете ни одного таролога. Вообще, мои карты — это космос, который никто не сможет прочесть, кроме меня, в этой галактике. Ну что же, мужчина выскакивает, показывает нам себя. Мужчина двоякий, девочки. Кстати, кто подключился позже, пропишите имена вашей пары в комментариях и поставьте сердечко. Вы это делаете для того, чтобы информация шла конкретно у вас и для вас. Либо же можете прописать цвет глаз, либо же знаки зодиака. Все-таки, да, заявите Вселенной о себе, чтобы не просиживать время, не тратить непонятно на кого, да, слушать непонятно о ком, а слушать конкретно о себе. Мужчина нестабилен эмоционально, морально. У мужчины здесь, возможно, вообще биополярочка. Сегодня один, завтра другой. Эмоциональный взрыв, эмоциональная неуравновешенность. Ну что ж, такой вот пришел к нам товарищ. Еще знаете, все, что он говорит, мне остается надеяться на... Кто верит в Бога, кто верит во Вселенную, кто верит, знаете, в какие-то наивысшие силы. Он говорит, что все, короче, я сдаюсь. И отпускаю, будто бы, знаете, как отдаю свою душу на волю Бога, либо же Вселенной. Ну, не дьявола, девочки. Тут тоже нужно, важно, такой вот аспект говорить, что не отпускаю душу дьяволу. Ну, есть такое выражение. Здесь мужчина не о том. Не о том, девочки. И если идет такая информация, возможно, у кого-то в голове вот такая вот фразочка, да, пролетела. Нет, 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 нет. Он говорит о том, что пусть будет так, как должно быть. Я устал. Слушайте, он тут устал, девочки. Прям, не знаю, измученный пришел с какой-то биополярочкой. В одно время все у него хорошо, в другое время у него все плохо. Короче, устал он тут, задолбался. По-другому прям не могу сказать. Еще какой-то сегодня мужчина. Давай, расскажи. Слушайте, а он здесь убивал девочки. Ну, у кого-то верующие, прям верующие, у кого-то прям действительно говорит, что все. Вот если так должно было быть, вот так и будет. Я устал бороться. Возможно, устал бороться, знаете, со своей вот, со своими рогами упертыми. Вот когда, вот, знаете, прет вечно. Ой, прет вечно не туда, куда надо, ваш мужчина. Вот такое чувство, что его уже ведут эти высшие силы за шкирку, знаете, вот определенный
ступени, а он все упирается, понимаете? И наконец он выдохнул, наконец он дал действительно ход событиям, те, которые должны произойти, а не сидеть там, упираться, возможно, в молчанке сидит, возможно, не появляется, возможно, не проявляется в вашей жизни. Ну вот, сидит сам себя Бог, понимаете? Себя Бога создал, вот я творец. Ну да, ну да. Вселенная говорит, ну посидел, намедитировался, а теперь послушай меня, мальчик. Ты же понимаешь, что тебя бросает во все стороны, видимо и невидимо? Неужели до тебя до сих пор не дошло, что не ты здесь решаешь, а все уже прописано, собственно, в этой книге жизни? Ну, мужчина здесь может даже, знаете, как девочки по карте дьявол, все-таки здесь такие вот энергии бросаться в какие-то такие грешки девочки. У кого тут курит, у кого пьет, у кого там так далее. В общем, здесь мужчина может бросать и в такие вот периоды, в момент, именно когда он спускается на вот это вот днище. Я же говорю, здесь он выныривает, здесь у него все хорошо, здесь у него все плохо. Так и по жизни он может, знаете, то вообще в какие-то полную дыру спускаться, девочки, то вновь уверовать, там, не знаю, в церковь ходить, вселенной верить, а потом опять пойдет там по каким-то разгульным делам. И у каждого здесь свое. У кого-то там, например, кофе много пьет, да, у кого-то мужчина компьютерные игры. Здесь не обязательно страсть, секс, там, какое-то легкое удовлетворение. Нет, не привязывайтесь конкретно вот к этим вещам. Все-таки зависимость тоже может быть разной. У кого-то вообще зависимость смотреть допоздна телевизор, девочки. Это тоже зависимость. Это тоже зависимость. Поэтому здесь можно в разных аспектах рассматривать этот вариант. Какая вы сегодня? Давайте познакомимся. В каких энергиях вы сегодня, моя дорогая? Знаете как, а вы вот приняли прошлое, вот больше вы не страдаете о том, что было. И, кстати, очень правильно делаете, я вижу здесь очень многие мои подписчицы с телеграм-канала, почему я говорю, что прошлое не нужно тащить за собой. Потому что то, что было в прошлом, то ушло. Если вы до сих пор тянете на себе эти эмоции, переживания, страдания, зачем вы это перетягиваете в свое будущее, в свою реальность? Ведь вы же сами создаете свою реальность. И те, кто все страдает, все там слезы льет о том, что было, ну это было и прошло. Все, окей, вы создаете свое будущее. Кстати, как создавать свое будущее, вообще как планировать свою реальность, это все я вам рассказываю в моем телеграм-канале. Поэтому еще один экстра бонус, да, почему вам стоит туда подписаться. Нажимайте на паузу, переходите в первый комментарий, там прямо ссылочка есть на мой телеграм-канал. Сейчас прям подпишитесь для того, чтобы не потеряться, не забыть, не переключиться. И я уже говорила, сейчас вижу более 1000 подписчиков опять у меня здесь. Подписывайтесь в Telegram, потому как YouTube блокирует выпуск новых освещений. Возможно, вы не видите все для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы быть со мной на связи 24/7, а в Телеграме именно так. У нас там с вами и звонки в реальном времени. Вы даже со мной можете поговорить. Я вам отвечу на ваши вопросы абсолютно бесплатно. Ну и так далее. Не буду вам все секретики раскрывать. В общем, переходите, узнаете, что еще в вашей жизни сегодня. Слушайте, у вас такая крутая связь со Вселенной, просто знаете как, кто-то даже может позавидовать вам. Кто-то может позавидовать, потому что вы настолько круто чувствуете, ощущаете, вы эмпат, вы человек, который переживает эмоции окружающих. Вот если кому-то плохо, у вас на душе будто бы камень, и в вашей жизни вроде бы как ничего не произошло, но на самом деле вы настолько чувствуете, ощущаете окружающих, что переживаете, прям даже плакать можете, прям даже ночами можете не спать, потому что у кого-то что-то произошло. У вас очень сильная, знаете, вот такая вот эмоциональная связь с людьми, с пространством, со Вселенной, вы чувствуете, ощущаете, возможно, вещи, сны, видите знаки Вселенной, все буквально, знаете, как губочка, вот впитываете в себя и каждую эмоцию проживаете на себе. Еще какая вы сегодня? Одна карта. Слушайте, у вас тут идет поиск, где вы сможете восстановить свои силы, и здесь идет информация благодаря воде. Кстати, я очищаю воду всей галактики. На добро, на свет, на позитив. Поэтому, когда вы просматриваете освещение, абсолютно бесплатно, девчоночки, возьмите там стаканчик воды, либо же ручки помойте, либо же умойтесь. И вы этим уже очищаете свою ауру и свое пространство. Потому что я с безусловной любовью для каждого и для каждой заряжаю воду всей планеты галактики на самые светлые, добрые, чистые и очищающие энергии. Попробуйте, это работает. Проверено уже тысячами. А что между вами сегодня? Давайте посмотрим немножко.
Кстати, где ваши стикеры? Где ваша благодарность? Где ваша обратная связь, девочки? Что за тишина? Не сидим в тишине, потому что те, кто не реагирует, для тех информация не является истиной. Понимаете, как закон Вселенной, и это взаимодействие. Эмоциональная привязанность. Вот что между вами. Откликается, девочки, ваша? Понимаете, что от этого мужчины никуда не денетесь, не спрячетесь, как и он от вас. Постоянно думаете о нем, прям зависаете, знаете, кто-то вас может что-то спрашивать, кто-то может у вас что-то говорить вам что-то, а вы где-то будто бы в другой планете, потому что в эти моменты вы буквально улетаете, когда думаете о нем. Вот он ваша какая-то, слушайте, живительная сила, какая-то влага, наполняетесь им. Вот он для вас человек-праздник. Вы знаете, когда думаете о нем, вы действительно могут энергии прям конкретно меняться. Возможно, вспоминаете какие-то классные моменты, знаете, прямо улыбайтесь. Прямо улыбайтесь и улыбнитесь прямо сейчас, потому что я это считываю из пространства, и я знаю, о чем я говорю, потому что я вас чувствую душой. Я вас чувствую телом, потому как работаю еще как космоэнергия. Это не просто таролог, и также ясновидящая, и яснослышащая. Я все это чувствую на себе, я все это ощущаю на себе, девчонки. И знаете как, даже в тяжелые моменты я вижу, когда вам сложно, когда вы тяжело, вы вспоминаете какие-то счастливые моменты вместе, когда вы были, и все, прям легче становится. Прям, знаете, сердечко, вижу, хватает. Что-то у кого-то проблемы с сердцем, либо же с давлением, либо же с кровотечением, возможно, женские дни у кого-то сейчас, также и такая информация здесь проходит, но как-то приходите в баланс и становится легче. Вот такая вот сегодня сигнификация. Теперь давайте на других колодах рассмотрим, почему же у него слезы градом после этого новолуния, девочки. Очень крутая информация, оставайтесь, не переключайтесь, конечно же, все сейчас вам расскажу, четко, ясно и понятно. У него слезы градом. Девчонки, будем рассматривать на шикарных колодах, которые я приобрела благодаря вам, благодаря вашей финансовой поддержке. Вы просто посмотрите, просто, не знаю, бальзам для глаз. Такая красота, ну, лучше не придумаешь. Ни у одного таролога такой красоты вы не увидите. Я очень люблю вас, я очень стараюсь для вас. Я очень забочусь о вас, и вот Вселенная вам подтверждает. Буквально у меня, кстати, сейчас радуга на улице. А радуга — это всегда круто. Чаще перемены, девочки. Поэтому здесь идет информация, что перемены врываются в вашу жизнь. Прямо после просмотра этого освещения не узнаете, насколько все круто изменится. Поэтому оставайтесь со мной. Будем сейчас смотреть, будем сейчас рассматривать, будем сейчас разбираться. Мужчина, смотрите, мешала. Обалдеть, девочки. Посмотрите. Я не могу. Вы же видели, я на ваших глазах мешала все карты. И посмотрите, они идеально просто сложены сейчас. Вау, девочки! Ну, не волшебство ли это? Видите, какая у меня тут красота происходит прямо на ваших глазах. Мешала, намешала до идеального состояния опять и снова. Вот видите, как круто! Как круто, девчонки! Это же все для вас, мои любимые. Это просто мега круть. Так, мужчина, ты мне прям настроение сегодня понял. Карты, да, помешал, потом все идеально опять сложилось. Ну, давай рассказывай, почему у тебя слезы градом относительно моей богини после новолуния. Давай, залетаем. Эго, девочки. Потому что здесь мужчина, знаете, как в первую очередь ставил себя. В жизни, в приоритетах, даже в отношениях. Здесь было эго, которое ему, собственно, не давало сдвинуться с какой-то мертвой точки. Ну и чего тебя там накрыло, почему у тебя слезы градом? Давай, рассказывай. А знаете, как он говорит, я схожу с ума, либо же я постоянно слушаю, если у вас есть голосовые сообщения, в моих освещениях не бывает каких-либо оговорок, девочки. Здесь он прослушивает ваши голосовые, если они у него есть. Слышали? Слышали, что происходит в пространстве? Нон-стап причем, да, здесь такое моторище загудел. Это для тех, у кого есть голосовые сообщения, которые вы отправляли ему. Если вы никогда никаких голосовых не отправляли, девочки, здесь он ваш голос слышит везде. В песнях, возможно, в голосе других людей, в тембр, выражения, да, фразы, которые вы озвучиваете. Он говорит, я сошел с ума или я постоянно слышу тебя? Так, чего у тебя там слезы градом еще? Ну, все, здесь 100% перечитывает.
Здесь, кстати, он еще уточняет, что у кого не было голосовых, здесь мужчина перечитывает ваши сообщения и прямо слышит ваш голос. Он считает, что он сходит с ума. Да, смотрите как, на небо за звездочкой пора лететь. Пора, говорит, не лететь, а на небо за звездочкой. Или я уже совсем ку-ку, приехали. Еще? Чего у тебя слезы градом? Ну все, девочки. Здесь вот прям, знаете, для тех, кто не поверил сегодня, что раз слышит, когда звонит, написала Марсик. Да, девчонки, откликается. Кстати, благодарю вас за то, что вы пишете комментарии для новеньких, для гостей канала. Да и мне вообще очень приятно всегда читать ваши комментарии. Что вам откликается, что действительно о вас, для вас. Потому что очень важно, да, быть на канале действительно мастера, чтобы не нарваться на лжетарологов, в которых сейчас полный интернет. Почему у тебя слезы градом, мужчина? Ну рассказывай, рассказывай уже. Блин. Девочки, но он видит вас как будто фею, волшебницу. А без вас он пуст. Он говорит, ты даешь мне силы, ты даешь мне энергию. Я когда просто читаю сообщения наши, у меня просто жизнь, знаете, как меняется в наилучшую сторону. Без тебя я пуст. Ну, какое-то днище здесь полное от слова совсем. Называет вас, знаете, волшебницей, богиней, феей. Та, которая меняет его. Он говорит, я не знаю, что ты сделала со мной, но я понимаю, что после встречи с тобой моя жизнь просто расцвела. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, я знаю, что вы любите рассматривать мои шикарнейшие карты, которые я приобрела благодаря вашей финансовой поддержке. Ну вот, смотрите как. С вами его жизнь просто рай. Просто рай. Цветочки цветут, небо голубое, все прекрасно, воздух свежий, без моей богини. А без вас, знаете как, он говорит, мне постоянно нужно идти на какой-то риск. Ну, рушится у него все, понимаете, без вас. С тобой было все так хорошо, он еще говорит о том, что, знаете, в жизни у него все ладилось, когда вы были. Он говорит, мне рисковать не надо было. А без вас, смотрите как, раскол, полный раскол. То есть здесь риск и раскол. То есть даже если он рискует, он не получает желаемого, девочки. Почему у тебя слезы градом? Очень скучает по вам, особенно ночами не спит, девочки. Здесь просто бессонные ночи. Еще, почему слезы градом? Ты моя богиня, слушайте. Он говорит, что ты сделала? Еще мне показывают здесь треугольник и полумесяц, девочки. Возможно, это какая-то религия. Возможно, знаки зодиака. Возможно, расположение родинок. Возможно, татуировки. Девочки, вот не расшифровывая, просто мне показывают эти символы. Луна и треугольник. Ну что это такое? Возможно, у него подобные наколки, либо же у вас, либо же где-то, где вы встречались, что-то было подобное там при Луне, либо же вы могли наблюдать, что у вас вот родиночки в форме треугольников. И у него так же самое, понимаете? Либо же полумесяц, здесь может быть шрам, может быть родимое пятно. Девочки, у каждого свое, у вас у меня миллионы. Но я общую информацию озвучиваю, что откликается, слушайте, что нет, it's okay, это общее освещение, идем дальше. Почему у тебя слезы градом? А он, знаете, как говорит, а я с ума схожу без тебя. У него тут реально какая-то биополярка. Почему у тебя биополярка? Ничего не понять. Смотри, что происходит. Вообще, где я не знаю, с кем я не знаю, чего я вообще здесь не понимаю. Он вообще не понимает смысл своего существования на этой земле, если вас нет в его жизни. Представляете, насколько? Говорит, а для чего я здесь? А ты что, миссию свою рассмотрел где-то? Ну да, говорит, рассмотрел, только после того, как мы с тобой расстались. Девочки, у многих здесь нет общения от слова совсем. Нет коммуникации от слова совсем. Сердца разбиты. И ваше сердце разбито, и его сердце разбито. Я не вижу здесь, чтобы кто-то получал какое-то удовольствие от этих отношений, не общения, а кто-то, наоборот, страдал. Здесь все взаимно. Здесь прям все взаимно, сложно, тяжело, какой-то ком в горле буквально сейчас у меня. Это все ваше. Ну вот, и какая-то ночь да ночь кругом. Ничего не понятно. Ничего не понятно, девочки, и карта вам. Сижу я в темнице сырой. Ну вот. Хочу вырваться.
хочу вырваться из этого состояния, в котором я нахожусь. Ну, it's okay. Мы поняли, да, почему у тебя там страдания, почему у тебя там переживания. А теперь покажи свои настоящие чувства к моей богине. Девочки, интересно ли вам узнать его настоящие чувства к вам сегодня? И неважно, да, в какой момент было записано мое освящение. В моих освящениях нет срока годности. Это такой вам супер-экстра-бонус от Вселенной. Потому что в тот момент, когда вы включили просматривать это освящение, вот тогда вам оно и актуально. Хотите ли вы услышать чувства мужчины о вас сегодня? Дайте мне обратную знак, девочки. Обратную связь в виде комментариев, сердечек, лайков, стикеров. В общем, девочки, отреагируйте хоть как-либо для того, чтобы я понимала, да, что вам это интересно, что вам это важно. Я в потоке, тут меня буквально уносит. Сложно, знаете, как на землю спускаться, чтобы вам вопросик даже задать, и потом опять далеко в космос. Интересно ли вам узнать его чувства о вас сегодня? Хочу видеть вашу обратную связь, девчонки. Для меня это важно. Да, хотите, вижу. Пишите. Окей, давайте посмотрим. Твои чувства ко мне сегодня. Прямо так и спросите у него. Это новое чувство, во-первых, говорит. Такого я не испытывала ранее никогда, девочки. Ну, чувство единства, чувство любви однозначно. Здесь вообще свадьба. Здесь вообще, знаете, когда ты нашел свою половинку. Он мне показывает, что вы такая же, как он. У вас могут быть общие вкусы, интересы, взгляды на жизнь. Либо же, знаете как, желание на будущее, планы, карьера, интересы. Ну, говорит, она моя вселенная, девочки. Еще чувства. Но моя богиня, девочки, лучше ее нет, не будет и нет, понимаете, вы идеальна для него, вы просто идеальна, вот лучше не найдешь, он говорит. Представляете, как, девчонки, обалдеть, просто обалдеть. Так, ну что же, окошко пришлось закрыть, потому что люди повыходили на улицу, дополнительные звуки, дополнительные разговоры нам здесь не нужны. Так, еще твои чувства к моей богине сегодня. Отвернуты вы друг от друга, не общаетесь от слов совсем. Обижены вы на него, он говорит, она обижена на меня, она отвернута. Почему? Почему? Ну, потому что, девочки, блин, почему? Потому что вина в нем. Потому что из-за него вы не вместе сейчас. Вот давайте так, четко, ясно и по существу. Я всегда говорю, что мои освящения – это истина, это правда. Мы тут не будем рассматривать какие-то сказки Венского леса, какие-то там фейковые зефирные истории. Это жизнь, это реальность. Ну, наобещался, девочки. Обещание не исполнил от слов совсем. Почему у тебя слезы градом? Сердце болит у него, сердце болит. А я вам говорила, кстати, ранее, что сердце прям может болеть. И вот вам, пожалуйста, карты подтверждают. Ведь я же считываю информацию далеко с других источников. Карты это уже больше для вас визуальное подтверждение. А я-то чувствую все на себе намного ранее. Намного ранее. Еще, чего ты там? Давай, рассказывай. А, ну, конечно, ценишь, когда теряешь. Потерял. Между вами сейчас ограничения, не общайтесь, не коммуницируйте еще на протяжении длительного времени. Еще чего сердце у тебя там страдает? Тянется к вам, хочет к вам. Хочет, девочки, его тянет к вам. А делать что будешь? Будешь ли вообще что-то делать? Мужчина, давай так, пострадал. Сердце тут всем раздергал, по-другому даже не скажешь. А делать что будешь? Интересно? Посмотрим, что будет делать. Или будем закрывать освещение на этой нотке, что он тянется к вам. Девочки, как скажете. Как скажете, так и будем делать. Будем смотреть, каких действий от него ожидать. Вот четко, ясно и по существу. Все, что с ним происходит, мы поняли. Почему слезы поняли, чувства услышали, ситуацию разобрали. Сигнификацию сделали, что между вами посмотрели. Смотрите, какое крутейшее, просто мега мощное освещение. Ну вот еще осталась такая маленькая, да, ноточка. А делать что-то будешь? Что запрыгал прямо у меня здесь? Запрыгал ваш мужчина. Будем смотреть, пишут девчонки. Окей.
Будете смотреть? Ну, значит, смотрите. До конца не переключайтесь. Делать что будешь? Ну да, стою я в ожидании какого-то чуда. А действовать будешь, кроме вот этих вот своих ментальных фишек? Действовать будешь в реальном времени? Хочу вот увидеть действия твои. Понятно, что ментально. Да. Ну, ждите сообщения, ждите звоночек. Это в первую очередь. Еще что делать будешь? Так, это куда собрался ты? Ой, девочки. Ну, прям не знаю. Присядьте, наверное. Потому что такая новость, что с ног просто вас собьет. Семью собрался с вами строить, слушайте. Собрался строить с вами семью. Говорит, пошел я не по той дороге. Ошибся, однако, да. Прицел был сбит. А теперь я тут четко понимаю, что я хочу, чтобы ты была моей женой. Ну, слушайте, мои дорогие, кому откликается информация, да, кто хочет, чтобы мужчина действительно действовал, действительно стал вашим мужем, действительно, чтобы с ним были крепкие отношения, не забывайте давать обратную связь опять же, да. Лайк, сердечечко в комментариях, принимаю, благодарю, откликается, заявите вселенной о себе. Вы не для меня это делаете, нет, я уже озвучила информацию. А исполнится это у тех, кто дает обратную связь. У тех, кто коммуницирует со вселенной прямо здесь и сейчас, девчонки. Поэтому напрягитесь уж как-то для себя, любимой, да, и все-таки заявите вселенной о себе, чтобы эта информация не прошла мимо вас, мимо вашей жизни, а все-таки это стало вашей счастливой реальностью. И здесь солнце, свет, семья. Здесь однозначно счастливая реальность. И это не просто слова. Еще? Что делать будешь? Ну, смотри, собрался. Собрался, девочки. В дорогу к вам. В путь к вам, девочки. Сидеть не будет, знаете, мне вот это нравится, что не будет сидеть в каких-то этих розовых своих очках и иллюзиях. Еще что делать будешь? Убирать третий фактор. У кого здесь есть третий фактор в виде жены, любовницы, страны, начальницы, работы, машина, кстати, тоже может быть третьим фактором. Переклинила, возможно, его на ней. Прям не знаю, что делается. Здесь все это уходит. И чего? Ну, все, девочки, у вас тут полное удовольствие от жизни, от реальности. Почему? Потому что замки будут сняты, понимаете, которые ранее, ну, маски будут сняты. Маски, которые являлись замками. То есть мужчина здесь не появлялся, не проявлялся, не говорил вам то, что вы слышали в моих освещениях. А как часто ко мне пишут мои постоянные зрительницы о том, что... То, что вы говорили, действительно истина. Он приходит и говорит прямо вашими словами. На самом деле не он моими словами говорит, а я передаю информацию от него просто намного заранее. Я вижу далеко наперед и за годы, и за месяцы, и за десятилетия, девочки. Поэтому все это однозначно будет, если да, вам откликается эта информация. Я всегда говорю, что меня нужно слушать душой. То, что душе откликается, то и будет вашей реальностью. Что не откликается, it's okay тоже, потому что это общее освещение, вы не должны тянуть все на себя, вот на личных освещениях, если вы это запутались, не понимаете, о себе ли вы смотрите, либо же не о себе, вообще, что происходит в вашей жизни, запутались, ну вот вообще не понимаете. Все, пишите мне в личку, Instagram, Facebook, TikTok, разберемся, почему вы в одиночестве, разберемся, почему между вами ничего не складывается, почему вы смотрите, а в жизни вашей ничто не становится реальностью, причем на протяжении длительного времени. Все вам расскажу, девочки, по какой дороге нужно идти для того, чтобы не остаться в одиночестве, а все-таки получить ответы на свои вопросы и все-таки в жизни получить желаемое, понимаете, жить в полном удовольствии от слова совсем. Да, есть во мне эта сила, да, есть во мне этот шикарный дар, поэтому не тратьте время и энергию на других там психологов, парапсихологов, лжетарологов, которые выкачивают с вас деньги, энергию, ничего не получаете в ответ. Отписывайтесь от них и оставайтесь со мной, потому что здесь это истина. Я же вас благодарю. И еще, да, в конце, но далеко не последняя новость, самая важная, самая срочная новость. Поэтому прослушайте до конца. В Ютубе идут сбои для тех, кто позже, да, подключился. Поэтому срочно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Прямо ставьте на паузу сейчас и подписывайтесь. Ссылочка в первом комментарии, либо же в описании видео. Чтобы не потеряться, чтобы ежедневно получать уведомления о моих новых освещениях. В телеграм-канале у меня самые последние новости. Мы там с вами на связи 24/7. Там уже, кстати, послание от вашего любимого вас ждет. И, кстати, благодарю спонсорам моего YouTube-канала. Для спонсоров я делаю уникальные освещения, которые...
которые доступны только им. И уникальность в том, что там более круг, знаете, круг людей узкий, и информация, ну, просто мега, на 1000% откликается. Провожу практики, бесплатное личное освещение. Спонсоры, кстати, первыми видят выпуск моих освещений. Очень много мега-бонусов, как стать спонсорами YouTube-канала, также в первом комментарии есть ссылочка. Я же вас благодарю за то, что вы досмотрели это освещение до конца. Всегда говорю, что все, кто со мной, будут счастливы, любимые и богатые. Вы посмотрите, что творится с вашим мужчиной. Вы посмотрите, что творится в его жизни. Вы посмотрите, какой круговорот буквально, да, событий, эмоций происходит у него. И это все не просто так. Я всегда говорю, что все, что не делается, все делается во благо, девочки. Я так обожаю наблюдать, как собирают карты девочки. У вас тоже такая вот есть привычка? Для меня это просто какая-то мега удовлетворение, когда я смотрю, когда вот все карты, вот знаете, порядочек складывается, в стопочку ровненькую, аккуратненькую. У меня все всегда организовано, у меня все всегда аккуратненько, чистенько, уютненько. Ну, вы же видите, да? У меня только так и никак иначе. Прям вот собрать карты для вас, вот знаете, вот сделать такое вот идеальное завершение освещения, просто для меня, хоть хлебом не корми. Обожаю. Все. Желаю вам всего самого светлого, чистого, ясного. Отправляю вам миллионы, миллионы, миллионы сердечек. Со мной вы будете счастливы, любимы и богаты. Всегда говорю, что Вселенная в любом случае вас поддержит. И со мной самые лучшие люди этой галактики. Все, пока-пока.